Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем рукодельном канале и хочу показать вам работу у пруда. С какой радостью я ее начинала. Думала, что работа будет идти очень быстро, продуктивно, но оказалось не все так просто с этим набором. Он единственный из всех укомплектован тайваньским бисером, и на некоторое время именно это вывело меня из строя, и долго я не могла решить многие проблемы. Но первая проблема состояла в том, что я в предыдущем отчете говорила об этом, та часть, которая зашивается вот этим розовым бисером, а таких участков очень-очень много, вот он помечен цифрой 3 на схеме, и таких вот участков, вы видите, огромное-огромное количество. К большому сожалению, бисер оказался недоброкачественный. Здесь вот я начинала вышивать серединочку этим бисером. У него из середины вываливается краска, и поэтому вместо нормального четкого фона с розовой серединочкой остаются только вот такие блеклые, прозрачные, но они даже не прозрачные, как матовые бусинки. Здесь я попробовала пришивать бисер из чешского набора, но, во-первых, его и не так много, и вот он тоже идет под номером 3. Во-вторых, его бы и не хватило, и бисерины значительно-значительно меньше по размеру, чем те, которые находятся в китайских, Тайвань-Китай, считая одно и то же. Бисер по качеству и по внешнему, и по внешнему виду, и по размерам, по всему очень-очень отличается. По конфигурации в том числе, потому что этот чешский, он кругленький, а этот абсолютно не определенных таких форм, размеров. В общем, назвать его идеальным язык не повернется ни при каком условии. И поэтому за это время был куплен большой пакет такого розового бисера. Вот он здесь, он, конечно, не настолько ярок, вот присутствует этот цвет, но уже лучше делать что-то, чем ждать неизвестно чего, писать, чтобы мне заменили бисер, хотя я об этом в видео говорила и пробовала я. Как-то каким-то образом построить общение. У меня, к сожалению, по данному вопросу ничего не получилось. И после вот такого долгого-долгого какого-то томления и ожидания неизвестно чего, я с тем бисером, который появился вновь, продолжила процесс. И вот с лета я даже и не прикасалась. Она у меня была вот где-то до такого состояния. Вот эта вот часть была зашита. Но если кто-то помнит видео или ссылку, я на него обязательно оставлю, вы можете посмотреть. Теперь я дошила вот эту полосу, чтобы хотя бы иметь представление о том, как будет выглядеть та часть полотна, которая уже полностью сделана. В общем-то, получается очень и очень такой твердый я даже не знаю, как это назвать-то, твердющий такой участок, он вроде как не перегибается, плотно-плотно заполнен, но при этом вот те бисерины, которые торчат, они абсолютно не равнозначны, неравномерны, они создают такую, с одной стороны выпуклую, а с другой стороны до безобразия ребристую какую-то поверхность. То, что
предлагают для, ну, схемы-то остаются теми же самыми, что для чешского, что для тайваньского бисера, но при этом размеры-то этого бисера в полтора, наверное, раза, а какого-то и в два, и в три, потому что некоторые просто приходится откидывать, они либо крайне малые, либо огромные, ну, вообще типа стекляруса такого, только утолщенного. То есть длиной эти бисерины могут быть и 5, и 6, и даже до 7 миллиметров доходит. Ну, в общем, никто как будто бы и не следит там за тем, что производится. И, к большому сожалению, для чего вот закупают такой бисер, тоже непонятно. С одной стороны, это оговорка есть, что его достаточное количество, чтобы выбрать необходимый, но с другой стороны, когда хочется шить побыстрее и без конца копошиться в этом бисере, тоже не представляется возможным. А еще и в некоторых цветах, ну, в частности в сиреневом, уже несколько раз вот такого цвета вынимала оттуда и синие, и желтые, и всякие разные бисеринки. Если шить при недостаточном освещении или если это все машинально просто делать, то понашьешь того, чего годным потом тебе и нисколько не покажется. В общем, вот жесткая-прижесткая ткань получается в отшитом виде. Не знаю уж, как оно потом в бадет войдет, не войдет, но будем шить и иметь то, что будем иметь. Конечно, будем сожалеть. Буду сожалеть о затраченном времени, если что-то будет не так, но все-таки хочется надеяться на лучшее. Вот. Дошила специально этот угол, чтобы, еще раз повторяю, посмотреть, как это будет выглядеть. Я думаю, что работа будет очень и очень продолжительной. Ну, во-первых, она сама по себе, вот эта схема очень большая. И пока я верхнюю часть трогать не буду, я взялась вышить вот здесь эту зелень. Ну, во-первых, чтобы зеленый цвет уже под руками не путался, чтобы чистить, ну, по большей мере его убрать. Также вот эти вот красные, желтые, тут небольшие участки еще остаются. Вот. А потом вот пойдет основная масса такого бело-розового, сиреневого. Здесь, на этом участке, ну, все идет, в общем-то, пока неплохо, нареканий каких-то больших нет. Смотрится так это рельефно. Ну, вот, думаю, что дня за три одолею вот эту часть, чтобы здесь угол был полностью завершен. Потом больше, да нет, не больше половины, половина занимает изображение пруда. Ну, а потом, дошив до угла, пойду вот сюда вверх к дереву, ну, с тем, чтобы провести какую-то логическую линию до верха, в общем, чтобы вот эта вот часть была уже сделана. Ну, а потом будем направо двигаться к тому углу. Так что вот такая долгая-долгая дорога ожидает. Здесь практически нет пустых мест, то есть это практически полная зашивка. Ну, небольшие такие есть небесные, вот, воздушные участки, чтобы дерево, видимо, было более таким легким, изящным. Уж не знаю, что это за цветущее дерево, ну, типа глицинии какой-то, хотя это наша природа. Вот. Вот. Вот такое вот у меня и положение дел на сегодня. Если посчитаете что-то нужным или возможным сказать, то с удовольствием буду ждать ваших комментариев. Ну а пока спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.